приближаемся к границе с Белоруссией. Сегодня мы утром выехали в 4 утра. Вот тут у нас написано время отправления наше. Но мы были такие сонные, замученные, усталые, что решили ничего не снимать. И сейчас более-менее отошли. Уже проехали 500 километров. И скоро будет граница. Сейчас мы зашли, перекусили, пока есть какие-то силы. Решили заснять небольшую съемку, сделать.